Короче, всем привет, с вами Доки Трэш, сегодня у нас очень интересная игра. Опять Old School. Old School, который будет касаться Дензи и Сеги. И это продолжение той игры, которую проходил в прошлый раз, называется Road Rash. На этот раз третья часть. По-моему, проходил вторую часть. Ну так вот, короче, здесь такая же хрень. Опять надо херачить на мотоцикле по всем ебеням по всему миру и херачить всех, всем чем ни попадя. Короче, вот, мы начинаем первую карту, и тут, в принципе, также ничем не отличается. Графика. В принципе, как и вся моя жизнь, тоже ничем не отличается. Вот, тут нужно, короче, понять то, что движение стало гораздо быстрее. Движение персонажа стали гораздо быстрее. Соответственно, тут нужно следить за всем. Соответственно, тут нет старых моих врагов, с которыми я херачился все карты, всех знал поименно. Здесь, короче, новые ребята. Я также не назвал себя по имени, поэтому просто игрок А. Да. Главное, короче, блять, иди нахуй. Сейчас тебя захуячу своей хуйней. Короче, здесь нужно главное смотреть за дорогой, чтобы по встречке тебя не переебала какая-нибудь машина. Идите вы нахуй, суки. У меня цепочка большая. Так, большая цепочка, это еще полдела. Ёб твою мать, машины, блять, смотрите. Там колоннами едут. Тут, короче, можно приобретать предметы. Когда ты пиздишь своих врагов, ты забираешь у них те самые предметы, с помощью которых ты можешь их опять же пиздить. Если находишь предмет покруче, ты забираешь его. И ты пиздишь этим предметом всех, кого не попадя. Так, не. Красивая карта. Это что-то, по-моему, была Аргентина. Я проебал этот момент, пока пиздел. Ох ты ж ёбаный в рот. Тут стало больше препятствий. Можно херачить. Уворачиваться. И надеяться, что ты придешь первый. Хотя я сейчас пока седьмой. Я надеюсь, что на этот раз я буду гораздо более удачливее в этих гонках. О, ой, сука. Какой-то джип нахуй ебаный. Смотри, скорость у меня 120 км в час. Это нормально. Эй, ты ж ёб твою мать, ай! Сука, ёбаный ты таксист, блять, Убер! Ёбаный в рот! Переебали, так переебали, блять. Сука, я 10-й! Надо, короче, переебашить, блять, всех, чтобы прийти, блять, к месту, к финишу, быть первым, блять. А для этого нужно, блять, ехать просто крайне ровно, крайне аккуратно. А, сука. И, короче, ебашить всех своей цепью, блять. Ой, ебать, тут еще и коровы, блядь. Я только сейчас заметил, нахуй. Да, тут, получается, появились животные, которых нужно опасаться, потому что они переходят дорогу. И они переходят ее просто то один, то два, то 10, нахуй. Ух, сука. Вот в реальности так бы, блядь, я бы так не попрыгал, потому что, нахуй, такой байк очень дорого стоит. И очень жалко так с ним подпрыгивать, уворачиваться и так далее. Потому что очень сильный износ. Вообще пиздец всех деталей. Ебать, пока пиздел, я стал 6-м. Как обычно, нахуй, ебаная 6-ка, сука. О, тут еще финальные есть, какие-то видосики. Типа, ура, я прошел первый. А, ебать, мой байк переехали. Нормально. Этого недостаточно, чтобы забраться на пьедестал почета. Интересно, это он мне сказал? Это ты, сука, мне? А, блин, это... Подожди, трасса у меня следующая какая? Англия. Короче, блядь, я не знаю, а где я был? Наверное, я был в Бразилии, блядь. Ладно, хуй с ним, тип. Не. А, блядь, я тут был. А, хуй с ним, ладно. Еще раз пройдем. Короче, решил этот момент отмотать и прийти снова первым. А, сука, я пришел опять 6-м. Ну, блядь. Ладно, хоть видос будет другой в конце. А, смотрите, другой видос, и правда. И меня, сука, облили грязью, как жизненно. Урок номер один, старайся не выезжать, что-то там, куда-то там. Ладно, хуй с ним, с этим уроком, я всегда уроки проебывал. Так, следующая трасса у нас будет в Англии. А это значит, мы будем ебашить. Ух ты, ебать, как тут все такое темно-зеленое и вообще не модное.
А, так, на этот раз у меня есть цепочка. Кстати, тут очень интересная хуйня. Когда ты играешь вот именно вот так вот, как сейчас, то есть проходишь одну трассу, другую, с тобой сохраняются оружие и вся другая хрень. То есть у меня с собой уже есть цепь. А, сука, блять, у меня есть цепь, сука, но по-прежнему нет башки. Ёбаный в рот. Вот поэтому покупать права нельзя, нужно учиться самому. Вот смотрите, какая хуйня происходит, я, сука, опять проебал. Сука, пока пиздел, блядь, все было хорошо. А потом хуякс, блядь. Попал под машину, нахуй. Стал 15-м. Я уверен, что я именно на этой трассе приду первым, потому что... Ну, потому что я не должен приходить постоянно последним. Это неправильно. Короче, иди нахуй. Все зеленые чмошники. Один я, сука, голубой, значит, я охуенный. По-моему, это была пропаганда ЛГБТ, но ничего страшного, я... Думаю, никто об этом даже не подумает. Ладно, короче, ебашим. По прямой. Я стал уже 10-й. Видите, нужно правильно пиздеть. Пиздеть и смотреть на дорогу. Так, нахуй, и тебя нахуй, и вообще вас всех нахуй. Зеркало заднего вида показывает, что пидорасы, блядь, у меня за спиной. Но мы же не пальцем деланные, ёб твою мать! Сука, все-таки пальцем деланные. Просто пиздец, прям просто кулаком нахуй деланные. Да подождите вы! Сука, я опять 15-й. Сука, зря одел голубой костюм. Все подумают, пидор не умеет ездить. Ладно, хуй с ним. Сейчас... Сука. Опять Uber ездит, блядь, заебал тубер. Ёбаный ютубер. Короче. Сейчас мы опять их обгоним. Иди нахуй. Иди нахуй, сука. Наказан, блядь. ЛГБТ-ци... Сука! Ёбаный мотоциклист, блядь, почему я не умею ездить? Мамка, роди меня обратно, чё за хуйня? Ничего не получается. Надо, короче... О, то ли это были два целующихся негра, то ли это была разъёбанная корова. Короче, блядь, я перестал, короче, играть в этот пиздец. Я понял, что я просру, поэтому сразу перейдем к Германии. Вот так вот. Германия. Холодно. Где я нахожусь, ёбаный в рот, непонятно. Но это Германия. И на этот раз мы просто всех разъебем махом. Сразу станем 9-ми. А то нахуй сразу и 8-ми. Я сказал, 8-ми приедем. Давай быстрее, проигрывай мне. Ой, Uber. Так, давай, проигрывай. Все, я уже 8-й. Ебаные Uber'ы. ЛГБТ-цепочка и голубой, сука, костюм. Это все решает. Набор победителя. Так, мы... У нас есть цель. Прийти первыми. Ради этого стоит того. Наверное, подписчики сразу подпишутся. Будет дохуя подписчиков. Ёб твою мать! Ебаные знаки, блядь. Ну кто их в игре ставит, блядь? В игре они нахуй не нужны. Для чего? Смотри, пиздец, я проебал нахуй все. Был, короче, блядь, 6-м нахуй, стал 11-м. Из-за ебаных, блядь, дорожных знаков. Нахуя они нужны? Не нужны они нихуя. Что в игре, что в реальности. Они только мешают жить. Эх, ладно. Хорошо, что у меня с собой ЛГБТ-цепочка, она... Просто на раз вышибает мозги противнику. Сука, ебаные уберы, сколько здесь уберов? Понаехали, сука. Не дают нормально поиграть. Тут, смотрите, и лыжники, и, блядь, и какие-то курорты зимние. Заебись, Европка. Хотя бы в игре в ней побываю. Не то, что в реальности. На доширак еле хватает. Вы знаете, едешь так прямо, под такую музычку из 90-х, даже из 80-х. 8-битную. Или 16-битную, я не знаю. Заебись так. Олдскул прям такой, прям жесткий. Смотрите, я уже 3-й. А эта карта, мне кажется, самая легкая, потому что я тут даже, в принципе, не парился. Я тут один раз ёбнулся. И потом очень быстро догнал всех своих противников. Мне кажется, в этой карте я приду первый. Не то, что в этой карте с Англией. Потому что я там... Блядь, я, сука-то... Вот и нахуя спрашивается, блядь, накаркал. Сука, я 7-й нахуй. Был 3-й. Вот только все хорошо, и только, блядь, у меня, у Богдана, блядь, такая жопа. Вот просто.
только думаешь о чем-то хорошем, думаешь, тебе повезет, а тебе нихуя не повезет, потому что, блядь, зря надеялся нахуй на себя. Потому что у меня нихуя не получается по жизни. Вот смотрю в зеркало заднего вида и понимаю, что тут разработчики не доработали, потому что в зеркало заднего вида видно, что я просто стою на месте, блядь. Просто головой поворачиваю и все. Вот, смотрите сами. Нихера не видно. И да, я не очень особо верю, то, что у меня есть скорость 120 км в час, потому что там даже машины не так ездят. При такой-то скорости я должен быть моментально их обгонять. А я их обгоняю так, как будто езжу, блядь, 80 км нахуй. Блять, сука, я пятый. Понимаете, я пятый. Это значит, что я, блядь, нихуя не исправился. Нихуя не стал лучше. Ну что, ну и что? Грязь зимой? Не поверю, блядь. А вот то, что меня грязью облили, в это я поверю. Замечательная была гонка. Как жаль, что ты не почувствовал это. Заебись, меня обтоптали грязью, блядь. Так, короче, ладно, Италия. Следующая карта у нас Италия. А это означает, что тут будет жарко и куча негров. Ёб твою мать, в смысле? Это же Италия. Почему это похоже на какую-то ёбаную Африку, центральную? Быстрее, быстрее, я не хочу заразиться коронавирусом или эболой. Давайте быстрее, езжаем. Короче, ладно, уезжаем. Мы уже девятые. Что характерно для меня. Сначала у нас все заебись, все хорошо, мы моментально всех обгоняем. Потом неожиданно какая-то хуйня, корова, какая-нибудь... Блять, дорожный знак какой-нибудь, какая-нибудь хуйта, грязь, говно какое-то. Я снова приезжаю, блядь, 15-м нахуй, или 6-м на крайняк. Поэтому не будем зря, короче, радоваться раньше времени, льстить себе, обольщаться. Просто будем пытаться, короче, в этой гонке выжить. Мне по-прежнему это ебаная ЛГБТ-цепочка. Хотя там жуткая разновидность оружия. Можно дубинку, биту... Какие-то доски, блядь. И еще какая-то хуйта. Там все есть. Но почему-то, блядь, именно наш игрок голубого цвета, и у него постоянно ЛГБТ-цепочка. Больше нихера не меняется в этой жизни. Ух ты же, ебать, я улетел нахуй в космос. Хотя я коды, блядь, как GTA San Andreas еще не вводил. Это, видимо, такой приятный бонус от разработчиков. За что им огромное спасибо. Но мне это нахуй не надо, эта игра не для этого. С другой стороны, вообще, в принципе, если бы были коды на гонки, то вообще не было смысла бы даже в них играть. Это так же, как и в одиночных играх на стрелялке какие-нибудь. Смысл, блядь, всех убивать с одного патрона и прицеливаться моментально. Это неинтересно. Надо же ебаться, все дела. Вот в онлайн-играх это другое дело. Там наоборот, коды, какие-нибудь фишки, там плюшки с быстрым прохождением, победой. Это как раз таки нужно. А в одиночных играх, конечно, хочется соревнования. Хочется побеждать, проигрывать и так далее. Но это не в моем случае, потому что я не хочу ни хера проигрывать. Потому что я проигрываю все время. Смотрите, моя философия. Пока я пиздела всякой хуйне, я ехал крайне ровно, и я уже третий. Не дай бог, сейчас о какую-нибудь хуйню споткнусь. Объебанный Uber. Смотрите, я уже второй. А это значит, что я сегодня красавчик. И итальянскую трассу я сделал. Это первый случай в моей жизни, когда я реально полюбил Италию на все 100%. Ах, ебать, грязь. Лишь бы в грязь лицом, так сказать, не упасть. И я чувствую, что да, я обосрался. Я приехал вторым. Хотя хотел приехать первым. Ну, нахуй, как говорится, надо. О, смотрите, новая видюха. Ура! Чё? А, я про... Короче, выебал чувака, который ехал за мной. Заебись. Кения! Давайте поедем в Кению. Итак, как я говорил, мы уезжаем в Кению, нахуй. Это та же самая Африка, только еще хуже, потому что здесь даже нету домов никаких. И уже вечер. И разработчики, ёбаный в рот, вы, короче, решили нас подъебать и наебать. Даже не сделали карты оригинальными. Они такие же, как и в предыдущей части. Все. То есть... Тут даже не отличается ничего, это та же трава. Ее просто перекрасили в другой цвет, и получился типа песок, грязь, я не знаю. И все.
Видимо, были проблемы дикие с прорисовкой чего-то. Ну, хуй с ним, ладно. Попробуем затащить Кению. Давай, давай, давай. ЛГБТ цепочка, блядь. Она решает. Ебать. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Охуеть, меня выкинуло. Ох ты ж, ёб твою мать, меня еще и Uber разъебал. Эй, чуваки, вы аккуратнее. Так, я 14, значит 15 сейчас приедет меня разъебывать. И тут я осознал то, что зеркало заднего вида находится у меня на шлеме. Хе, потому что когда я бежал к машине, было видно, блять, мою машину. Ёбаный Uber. Ладно, я уверен, что в Кении я еще успею разогнаться. Мне только что показалось, что мимо меня проходил бомж какой-то. А, это не бомж, это корова. А ебать, это еще и зебра. Сука, теперь я верю, что это Африка. Тут реально есть зебра. И вот на такой зебре я, блядь, пропущу всех, блядь. Потому что вот такая зебра, тут хуй проедешь мимо. Не то, что которая обычная зебра, ладно. Забыли про эти термины. Водителя. Сосредоточимся на дороге. Итак, мы по-прежнему 15-е, все в жопе, все летит к ебеням, и мы ничего с этим поделать не можем. Мы забили хуй на свою цепочку ЛГБТ... БДСМщика. Или... ЛГБТ-цепочка, да. БДСМ я хотел сказать изначально, а почему-то мне ЛГБТ получилось, ну хуй с ним. Ладно, БДСМ-цепочка, короче, мы ее не используем практически. Не, используем, используем, нахуй. Она гораздо эффективнее. Это последняя карта должна быть. Мы должны просто всех разъебать. Это последняя карта. Так, я сейчас пока 10-й. И я уверен, что если я приеду первым, это будет отличное завершение этого ёбаного видео. Так что мы должны Блять, сука, ёб твою мать! Сука, Газпром, мечты не сбываются, блядь. Хули ты куда-то смотришь, блядь, Газпром ебаный. Так. Везде наёб, везде обман. Я приеду последним. Судя по тому, что мы прошли уже, проехали дохуя километров, многие из тех, кто ушел в отрыв, давным-давно приехали к финишу. Это означает то, что смысл рвать жопу ради победы, как бы его нету смысла этого. Поэтому мы просто будем тихонечко ехать. И похуй, кого мы обгоняем, кого мы не обгоняем. Но мы должны. Да, я приехал 11-м. Самый плохой результат нахуй. И снова меня обрызгала грязюка. Ты не способен выиграть даже на самом лучшем байке. Это сказал мне везунчик. Пидорастюнчик, блядь. Так, Бразилия. Все, как я говорил... Это все. Все, мы все прошли. Ладно, играйте в хорошие игры. Это был Доки Трэш. Всем спасибо. Всем ебать. Пока.